ТМК. Эта аббревиатура хорошо известна не только на Алма-Алыкском горно-металлургическом комбинате, но и в нашем городе, да и далеко за его пределами. Ни одно строительство, ни один капитальный ремонт не обходится без тружеников треста Алма-Алык-Металлург-Курлыш, одного из крупнейших подразделений Алма-Алыкского горно-металлургического комбината. Большой и дружный коллектив треста занимается строительством, расширением и реконструкцией цехов комбината, ремонтом медицинских и детских дошкольных учреждений, монтажом железобетонных, металлических, деревянных, строительных конструкций, благоустройством территории застройки предприятий, объектов жилого фонда, устройством оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, машины, аппараты, установки любого назначения, а также под подкрановые пути, дорожными и кровельными работами, сооружением мостов и тоннелей, устройством водозаборных сооружений с насосными станциями, очистных станций водоснабжения, градирин, систем оборотного водоснабжения, возведением очистных сооружений, устройством систем кондиционирования воздуха в промышленных зданиях и на объектах капитального строительства, прокладку наружных сетей и установку тепла, водопроводов, канализационных коллекторов капитального строительства и многое-многое другое. Всего и не перечислишь. Как рассказал начальник планово-экономического отдела ТМК Фирусхан Исмаилов, в 2023 году коллектив треста Алма-Алык-Металлург-Курлыш выполнил значительный объем работ. При этом годовой прогнозный показатель составил 126,3%. К примеру, специалисты ТМК принимали участие в работах по строительству и капитальному ремонту объектов по инвестиционным проектам на основании постановления президента Республики Узбекистан номер 3954 о мерах по реконструкции и стабилизации основных производственных мощностей АО «Алма-Алыкский ГМК». Высокие планово-экономические показатели и по производству строительных материалов. В частности, было произведено бетонных изделий, железобетонных изделий, цементных растворов, металлоконструкций, асфальта, различных изделий из дерева и других видов строительных материалов на сумму при плане 53 миллиарда 164 миллиона 100 тысяч фактически составило 102 миллиарда 574 миллиона сумм. План по производству строительных материалов выполнен на 192,9%. Напомним, что специалисты ТМК выполняют работы по строительству, ремонту и благоустройству и озеленению объектов, имеющих социальное значение. В частности, в районе Паркент был отремонтирован Центр культуры Чаткал. В Ахангаранском районе благоустроен археологический комплекс Сюрлитепа. Велись работы в Алма-Алыкском парке «Строитель», в здании городской прокуратуры. Также выполнены работы по благоустройству в городах Янгиюль и Нуравшан. Ремонт дорог в Алма-Алыке. В рамках инициативы «Зеленый пояс» работники ТМК на территории треста площадью 1982 квадратных метра высадили 7900 деревьев и черенков тополей. В ходе общенационального проекта «Яшил-Макон» на 15,7 гектарах земли сотрудники ТМК посадили 70 тысяч саженцев и 75 тысяч черенков тополей. Эти работы будут продолжены и в 2024 году.